Меня зовут Алиша. Алиша Уоллес. Последние 9 лет я провела в заперти из-за того, чего не должно было произойти. 9 лет кошмаров наяву. Смеси различных препаратов и неуклонно теряющегося рассудка в этой проклятой лечебнице превратили мою жизнь в грёбаный лихорадочный сон. Я изо всех сил пытаюсь удержать в своей голове те маленькие фрагменты из прошлой жизни, которые там еще остались. Фрагменты, что сохранились, несмотря на экспериментальные препараты, которые якобы должны были меня вылечить. Помню, что я была врачом, что помогала людям, но при этом не смогла помочь самому важному в моей жизни человеку, своей дочери, которая страдала от неизлечимой болезни и судьбу которой я должна раскрыть. Само провидение направило меня прямо на путь к ее поиску, благодаря организованному переводу из тюрьмы. Что это за место? Я что, отключилась?